А вот до войны, ну, был Донецкий день города, всегда приглашали Кобзона. Вот. Да, а вы сейчас с ним контакты поддерживаете? Я с Кобзоном никак не поддерживаю контакты. Это, ну как я могу лично с ним поддерживать? Но я знаю, и вчера была, конечно, целый день, тоже в кругу друзей, которые сегодня находятся в Киеве, из Донецка. Но мы являемся жителями, у нас прописка донецкая. И, конечно же, мы вспоминали наш город очень красивый, город миллионных жителей, город миллионных роз. Вот. А то, что приедет Кобзон или другие артисты, или Лев Лещенко, ну, я думаю, что это их право. Просто непонятно, может, ну, вы общаетесь, знаете, почему у него такая странная позиция по Украине. Он поддерживает оккупацию, он активно голосует за ввод войск. Ну, это его право, я абсолютно этого не знаю. Я знаю, что у него, в его репертуаре, как большого артиста, очень талантливого, есть очень много песен, которые также очень приятны, поэтому...